что только тот, кто выживает, тот живет. Плюс бродячий собак. Куда идут после работы курганские бизнесмены, журналисты и студенты? В одно и то же место. На репетицию нового спектакля театра песни «Маленький город». Студия существует 4-й год. Очередной яркий проект посвящен проблеме бездомных животных. Музыкальный спектакль основан на повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг». Герои здесь кошки и собаки, которые по воле случая оказались на улице. У них так же, как и у нас. Такая же жизнь, только честнее. Вот мы хотим рассказать о том, как живется. И девиз, как бы вот этого проекта, мы в ответе за тех, кого приручили. Актерам пришлось буквально вжиться в роль своих четвероногих персонажей. Людмила Воробейчик играет цирковую собаку, отставшую от труппы. Признается, перевоплощаться в нечто совершенно непривычное всегда интересно. Но главное – это реакция зрителей. Когда проходит спектакль, на самом деле, то удовольствие, которое получают зрители, всегда слышу слова благодарности, всегда очень много восторгов и говорят, что ребята, какие вы молодцы, что некоторые говорят даже спасибо вам огромное, мы пересмотрели свой взгляд на жизнь после вашего спектакля. Это, я считаю, дорогого стоит. Увидеть музыкальный спектакль курганский зритель сможет 23 октября. Юлия Васильева, Кристина Волковинская, Денис Мазин, Светлана Брагина. Телекомпания «Регион 45».